И там под связку ты прорисовала линию вначале, ты идешь до этой, вдоль этой линии, у тебя два или три вектора. Ты вначале должна встать на кость, упереться, потом приподнять массив ткани и под ним нырнуть, и вот такими движениями вкручивающими дойти до связочки. Ты упрешься в нее. Если ты будешь в нужном слое, вот, вот я уперлась, упрешься. Я не могу. Видишь, она, пройти. Видишь, она вот делает чуть движение, да, видишь? Угу. Видишь, вот. Я чуть-чуть положу препарат. Угу. Капелюсечку, угу. Горошину. Переворачиваю. Дальше немножко пройду. И еще положу. То есть по касательной на 3 вектора. Так, в каком вы слое вот здесь получается? Глубоко на кости, под связкой. Да, под связкой. Я нахожусь под там связкой. Интраорбитальное отверстие. Поэтому вот там они могут сказать «ой». Угу. И много там выкладывать препарата никакого нельзя. Поэтому вот это называется распылять. Угу. До септа дошла, потому что мне нужно закруглить ее немножко. На сослезку не хочу идти. Так у нее грыжи ей не надо. Угу. Так, итого я ввела ей 0,1, да? Сколько? 0,1. А вот сейчас она идет между, видишь? Между тканями, видишь? Угу. Немножко. Так, ну я не знаю, хватит ли, наверное, здесь. Под связочкой распределили. Нам нужно просто ее как бы удержать, подтянуть. Я чуть-чуть препаратика здесь распылила. Так. Закрываем глазки. Лусик, подержи, пожалуйста. Сейчас.